Что ты? Грудной ребенок? Да не грудной, вот поэтому, наверное, проблема. Красиво, да? Да. Не могу. Тұр, соның үстінен лақтырасың. Опа, рахмет деп жағын. Зара рахмет. Да, дәрін рахмет деп жағын. Наркоманы. Завишен едім, да? Кукурузы палочек наелся и тащится. Не крошки врагу. Ну, красиво же ты запретишь. Зеленые травки захотел. Ты скоро так в жирафу превратишься, друг. Не надо. Шея растянется. Ну. Масса голодный, что ли? Ну, это не, наверное, попрошайники. Ням-ням. Первое выйдет, а будет ням-ням. Мы всегда обычно на горизонте где-то. Да, и смотри, она слегка рыжеватая даже, да? Ну, да. Шкуру купим такую. Ковры есть такие на этом. Ну вот, я такой. Вот такой вот купим. Мне очень нравится. Пока никто не видит из охраны. Первый раз так близко. Да. Обычно где-нибудь там на горизонте где-то. Жирафа, жирафа, чистая, ну? Жирафа. У меня жила жирафа, я кормила ее со шкафа. Если не она, так дети ее явно будут жирафами. Ну это он? Его. Есть же у людей. Родился не того пола. Подсел, подсел на кукурузу. Ты маньяк прямо. Что, дамы маньяками не бывают? Маньячка. Подсела на кукурузку. Шею свернешь себе. Я хотела позвонить директору зоопарка. Предложил. Ой, боже мой, как он пищит. Хвостик задрал, пописил, еще и понюхал. Какая прелесть. Прикольный такой.
Коньки за ребятками. За ребятки чуть больше собаки. О, видишь, пошел сиську сосать. Типа намекает. Мешал бы запить. Только потисили. Что-то. С непривычки. Живьем, животные по нему сбродят. Странно, с одной стороны идет, что перейдут в зоопарк выпить. А может там откроют второй. Вот так будет круто. Нет. Два зоопарка. А с другой стороны он переделывает вольеры. Вот именно. Да. Круто. Прям вот так вот. Открытый без клетки. Свой бокс, мы свои доски. Кожа на шее висит уже. Старая, наверное. Наверное. Офигеть.